Спецслужбы России задержали шпиона, готовившего теракт на Северном Кавказе. Украина! Что ты делал? Сейчас все расскажу! Украинец приехал в Россию якобы на заработки. На самом деле трудовой мигрант действовал по заданию спецслужб Украины. Уж сильно мужчина против спецоперации. Куда ближе ему идеология националистов. Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО. Пока не раскрывается, что именно, но у задержанного отыскали набор готовых к применению средств террориста. Заведено уголовное дело. Будут искать подельников и пособников шпиона.